Добрый день, с вами Инна, компания «Мой Мерсин». Мы с вами сегодня находимся в районе Давултепе. Хочу вам показать квартиру 3+1 по очень классной цене. Квартира наша находится на 7-м этаже, дом газифицирован, газ доведен до дверей. В квартире требуется немного косметический ремонт, надо будет делать, но зато очень хорошая локация, это Давултепе, 700 метров до моря, вот здесь между домами кусочек моря видно. И комплекс без особой инфраструктуры. Здесь у нас, как вы видите, небольшая парковочная зона, беседка и детская площадка с зеленью. Начнем с балкона. Вот такой глубокий, длинный балкон у нас у квартиры имеется. И давайте пройдем далее. Далее с вами проходим на кухню. С балкона мы с вами попадаем и в гостиную, и на кухню. Здесь отдельная кухня. Как видите, кухонный гарнитур не новый, не модный, но она вполне себе годная. При желании можно будет оставить. Далее здесь тоже небольшой островочек. Можно сказать, кофейная зона, которую тоже можно будет как-то чуть-чуть поинтереснее переделать. Столешницу надо будет менять, она с трещинами. Но в целом очень хорошая задумка. По всей квартире на полу у нас плитка, и мы с вами переходим в прихожую. Посмотрите, какая глубокая прихожая здесь. Есть где что разместить, как говорится, можно сюда встроенный шкаф поставить при желании. Входная дверь у нас новая, хозяин его только заменил. Здесь у нас гостевой санузел, при желании можно ее переделать в гардеробную. И давайте далее посмотрим, что у нас есть. Пройдем вот так по порядку, чтобы вас не запутать. Мы перешли в коридорчик, и это общий санузел. Обратите внимание, какая она большая, просторная. Здесь душевая кабина, инсталляция, очень широкая мойка и еще полно места. Далее с вами проходим первая спальня. Посмотрите, это детская комната. Здесь вы спокойно можете разместить двоих детей со всем необходимым, со всей необходимой мебелью. За окном у нас открывается прекраснейший вид на горы и на лимонные сады. Далее проходим с вами вторая спальня. Эта спальня чуть-чуть поменьше, чем предыдущая, но тем не менее тоже хорошая, квадратов 15-16 точно здесь есть. С этой спальни у нас имеется выход на технический балкон. Давайте тоже перейдем. Тоже хороший балкон. За балконом открывается тоже прекрасный вид на сады и на горы. И давайте теперь вернемся с вами в коридор. Мы с вами просмотрели две квартиры. Комплекс, кстати, у нас с лифтом. И здесь недавно проводили ремонт, капитальный ремонт. Снаружи весь дом покрасили. Мы с вами зашли в третью спальню. Уже тоже глубокая, большая спальня. Также открываются прекрасные виды на лимонные сады. Как я и говорила, чуть-чуть косметический ремонт делать надо будет, но, и, кстати, двери тоже я бы заменила, потому что они все покоцанные. И проходим с вами последнее помещение, это уже у нас гостиная, отдельная, посмотрите, какая она большая, квадратная, светлая гостиная, здесь у нас также имеется окно с видом на горы, и отсюда тоже имеется выход на тот же балкон, с которого мы и начинали наше видео. Вот такая вот квартира, 3+1 у нас на срочной продаже, район Давултепе. Если заинтересовало, пишите.